Друзья, всем привет! Сегодня хотел показать вам памятник советским воинам в городе Вене, Австрия. Примерно такой обзорчик будет небольшой этого памятника. Я считаю, один из вообще лучших памятников, сделанных, посвященных военной теме в Европе. Ну, вне России, конечно же. Так что давайте посмотрим. Говоря, был открыт в 1945 году в августе. То есть весьма и весьма давно, но содержится в очень хорошем состоянии. Только вот сзади какая-то стройка идет. А сам памятник находится вообще практически в центре Вены, буквально минут так 20-25 от центра. И рядом еще Бельведе находится, огромный дворец интересный. То есть вообще буквально рядом с ним. То есть если вы где-то рядом в Вене находитесь, надо обязательно сюда зайти. Я считаю, очень вообще и монумент, да, и сам дворец тоже красивый. Кстати говоря, как многие другие памятники в Европе, к сожалению, подвергался всяким там рода осквернениям и прочее. То есть портили памятник, что-то его обливали краской и прочее, но, слава богу, все восстановлено, все блестит, все хорошо, как видите, так что уже приятно. Друзья, если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, и будет больше интересных всяких таких видео. Счастливо!